Купить билеты, собрать чемодан и проверить налоги, чтобы не испортить себе отдых. В Химках проходит акция «В отпуск без долгов». Например, пассажирам Шереметьево предложили проверить задолженность прямо в аэропорту. Да, я решил узнать, как год заканчивается, оплатить свои налоги. А скажите, удобно? Вот сотрудники помогли вам узнать? Да, конечно, они все предоставили мне всю информацию. Мы решили проверить, как же работает акция. Скоро мне как раз предстоит путешествие, и я заранее хочу узнать, есть ли у меня долги. Здравствуйте. Я бы хотела проверить, есть ли у меня какая-нибудь задолженность. Чтобы проверить, есть ли задолженность, нужно отдать паспорт. Сотрудники налоговой службы и судебные приставы проверят все по базам. Занимает это где-то не больше минуты. Все, спасибо, нет задолженности. Ну, как мне сообщили, задолженности у меня нет, поэтому я могу смело отправляться в путешествие. Если сумма долгов больше 10 тысяч рублей, за границу не выпустят. Сознательных путешественников много. Проверяют свои долги в личном кабинете на сайте налоговой службы. Куда вы улетаете? Вообще в Таиланд, но через Китай. Скажите, а вы проверили свои налоги? Вылетите? Проверили, да. Все мы хорошо. Чисты, мы все заплатили. Как вы проверяли свои налоги? Дочка зашла в кабинет, а налогов мы все заплатили. Нам пришло извещение на недвижимость. Чтобы избежать неприятностей перед путешествием, проверить свою задолженность стоит заранее, даже если заплатили все в срок. 4 декабря уже началось исчисление пени в соответствии с налоговым кодексом статьи 75. Если вдруг платежи оплачены были, но где-то они попали на невыясненные, например. И чтобы их уточнить, не надо 10-15 дней. Улетели в отпуск не только без долгов, но и с хорошим настроением. Яркая елка, сказочные персонажи и новогодняя музыка. С наступающими праздниками поздравили всех пассажиров Шереметьево. Без костюмов, потому что мы решили удивить пассажиров, как будто представить, что мы такие же пассажиры, вылетающие, да, из аэропорта, и резко начать танцевать, чтобы удивить и поднять настроение всем пассажирам. Узнали, как улететь без долгов, и зарядились новогодним настроением. Ксения Каретникова и Николай Забродин, служба новостей.